Дорогие друзья, ну вот и закончилась весна и наступило лето. И вчера был последний выпуск «Вести», «Вести недели». Мы продолжаем бороться против коронавируса, и может быть мы все-таки рано или поздно его победим. Но пока вакцины и лекарства еще нет. Дорогие друзья, вы посмотрели все наши выпуски и сегодня, и «Вести» 2020 года. Увидимся с вами в декабре 2020 года. И всем будьте здоровы, всем пока-пока.